Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Визуально», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем вот такой замечательный ажурный узор. Вяжется просто, выглядит эффектно. Узор имеет раппорт 8 игл, но на самом деле он может быть абсолютно любой ширины, какая вам нужна. У меня 8 игл, 2 краевых с каждой стороны, и каждая восьмая игла у меня отмечена. Я отмечаю старым косметическим карандашом, которым уже не пользуюсь по сроку годности. Каждая восьмая иголочка у меня отмечена вот этим жирным косметическим карандашом. Это нужно делать для того, чтобы не запутаться, на какую иглу насаживать петли. Для работы мне нужен набор бекеров. У меня 6 игл, 5, 4, 3, ну, 2 и 1 вот в таком виде встречаются. Вот эти вот декеры я заказывала на Алиэкспрессе. Очень удобные комплекты. Есть до 10 игл. Можно купить и с удовольствием пользоваться. Так вот, 6-игольный. Это первый декер, который мы с вами берем. Отмечена игла. Каждая восьмая. Причем отмечено 2 краевых. Следующая отмечена. И здесь 2 краевых, тоже следующая игла отмечена. Она тоже является 8. Вот на эти вот иголки я тоже буду надевать петли по очереди. Берем 6-игольный декер. И на каждую отмеченную иглу надеваем петли массовые. Вот такие вот. Сначала 6-игольным. Сейчас у меня петли шли слева направо. Значит, теперь я беру и делаю справа налево. На самую левую иголку надеваю петли. Осторожно, чтобы не упустить ни одну. Следующая игла, вот она, на нее надеваю следующие 6 петель. За счет того, что стоит метка, не запутайтесь. Очень удобно. Вот она, иголка отмеченная. Иголка следующая. И если у вас нет такого чудесного набора бекеров, можете пользоваться тем, который есть в комплекте. Но, к сожалению, трехугольный максимальный. Тогда придется делать пересадки за несколько этапов. Гораздо удобнее, если вы собираетесь вязать, все-таки приобретать такие вещи. Итак, пересадили. Ставим все или в рабочее, или в переднее положение, потому что машине удобнее забирать из переднего положения. И два ряда провязываем. Следующий 5-игольный декер. На ту же самую иглу, вот третья от края, 2 краевых третья, насаживаем уже 5-игольным декером, то есть на одну иглу меньше. Та же самая игла, на нее насаживаем весь ряд. Очень удобно именно за счет вот этой отметки и за счет того, что игла у нас никогда не меняется. Мы можем идти слева направо и справа налево, у нас все время будет одна и та же иголка, на которую мы насаживаем петли. Все иголки или в рабочее, или в переднее положение, смотря какая у вас машинка, и два ряда. 4-игольный декер на ту же самую иглу. Дело идет быстрее, чем меньше декер, тем быстрее идут пересадки. 3-игольный. Как вариант, я вам сейчас показала, очень-очень красиво и рекомендую воспользоваться, если вы хотите, именно объемный узор с объемной дорожкой, которая пойдет вот посередине рисунка. И, видите, делается действительно очень быстро. Каждый раз мы берем всего лишь декер на одну иглу меньше. Пересадили. Два ряда. 2-игольный.
И следующий ряд будет одноигольным. Мы закончим выполнение одного блока раппорта. Главное, не забудьте в заднем положении иголки. Иначе у вас будет не ажур, а дорожка. Так, последняя игла. Два ряда и переходим в другое направление. То есть делать будем все то же самое, но в другом направлении. Два ряда. И опять беру шестиигольный декер на ту же самую иглу, только теперь крайняя у меня будет не слева, а справа. Я пересаживаю петли. То есть мы пересаживали в одну сторону, теперь на эту же самую иглу, только в другую сторону. Беру тем же большим декером и начинаю делать пересадку уже в другую сторону. За счет того, что у нас одна и та же игла в работе, у нас не сбивается вот эта центральная иголка, на которую мы пересаживаем, и не сбивается, видите, ажурный ряд. Он тоже идет ровненько так. Вот таким вот образом, уже используя петлю в другом направлении, так, мы пересаживаем все иголки. Все петли, простите, конечно. Все иголки в работу. Два ряда. И следующий декер на одну иглу меньше. Делаем пересадки в другую сторону. Получается вот такой вот очень интересный ажур с разным направлением. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Изба Вязальня, где мы обучаем стремительному освоению любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.